данный момент на котельной 133-го квартала продолжается модернизация котельного оборудования. Меняется два котла марки КВГМ 6,5 на 150. Каждый котел мощностью 6,5 гигакалорий. Общая мощность котельной составит 13 гигакалорий в час, что в полной мере обеспечит все дома ресурсом. Эта котельная обеспечивает 10 жилых домов теплом и горячей водой, 133-й квартал Дзержинского района. И прочие потребители, в том числе магазины. До начала отопительного сезона в этой котельной будет заменена система химводподготовки, что позволит сократить коррозийность и увеличить срок службы не только котельного оборудования, но и тепловых сетей. В рамках заключенного договора с концессией теплоснабжения наша организация выполняет работы по замене двух котлов в котельной 133-го квартала. На первом этапе был произведен демонтаж обмуровки котла, демонтаж трубной части и подготовительные работы. Затем было закуплено оборудование, завезено на объект, установлена конвективная часть. Сейчас, вот на сегодняшний день, устанавливаются на одном котле экраны фестонной развязки, на втором котле конвективная часть котла. Котлы, в принципе, ставятся те же, которые стояли здесь. Это КВГМ 756 на 150. Вот. Но это будут совершенно новые котлы, новое оборудование, тяготевые механизмы, горелки. То есть это все обеспечит надежную работу котельной. После установки трубной части будет произведено гидравлическое испытание котла, проверенное на плотность и герметичность. После этого будут установлены металлоконструкции, тяготевые механизмы, обмуровка котла и уже пусконаловочное испытание. Котельная находится внутри квартала. Поэтому сложности возникают с завозом оборудования, с установкой. Ну, эти проблемы все решаем. Мы идем в графике, согласованном с заказчиком. И к началу отопительного сезона все будет готово.